слова. Дорогие друзья, у нас на празднике депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Соловьев Антон Владимирович. Передаем ему слово. Уважаемые жители Брюсского района, уважаемые жители муниципального Купчино, я от всей души депутата Законодательного собрания, председателя Законодательного собрания, поздравляю вас с этим праздником. Действительно, для меня большая честь участвовать в подобных мероприятиях. Я сам из семьи Балканников, и мой дедушка проработал в здоровой жизни, и бабушка дежурила на крышах. Я прекрасно понимаю той трагедии, которую они пережили. Я прекрасно понимаю тех трагических событий. И всегда, когда общаюсь с молодежью, если такой разговор, что ребята, общайтесь, пожалуйста, со своими старшими, со своими бабушками, дедушками. Хочу вас, конечно, тоже попросить, потому что именно благодаря вашей работе, но благодаря тому, что вы им передаете, мы никогда не допустим повторения этой трагедии, мы никогда не допустим изменения нашей истории и ситуации.